Иногда человек даже представить не может, что он способен сотворить, если подойдет к выполнению какой-либо задачи творчески. Проявит фантазию. Любую вещь можно превратить в настоящее произведение искусства. Занимательная история произошла в Британии с семьей Грентом. Супружеская пара Том и Кайл приняли совершенно неожиданное решение – приобрести самый обычный автобус, который ранее курсировал по маршруту мимо их дома. Подобное приобретение вызвало недоумение у знакомых, так как покупка стоила недешево – $2000. У пары была гениальная идея. Они мечтали создать для своих троих детей идеальное средство для путешествий – настоящий дом на колесах. Ведь отправиться в путь с семьей очень интересно и познавательно. К тому же здорово объединяет. Немаловажную роль играет, конечно, удобство и комфорт. Чтобы внутри было тепло, красиво и уютно, всей семье пришлось изрядно постараться. Ведь оборудование дома для путешествий – задача не из легких. Важна каждая мелочь. Конечно, переделать пришлось практически все. Вместо мест для сидений установили диваны, которые ночью прекрасно превращались в просторные кровати и помещали всех членов семьи. Установили кухню со всем необходимым – плита, стол, духовка, умывальник. Пришлось потратить немало сил, так как вся мебель изготавливалась своими руками. Кайл выступила дизайнером проекта, а Том воплощал идеи жены в жизнь. Пара не торопилась, ведь для комфортного путешествия по миру нужно было продумать все детали. Результат оправдал все старания. Все оформлено со вкусом, в светлых тонах, подобрана каждая мелочь в интерьере. Необычное средство передвижения уже испытано. Семья путешествовала на нем во Францию и Бельгию. Несмотря на то, что в Швейцарии произошла незначительная поломка, это не омрачило их настроение. Дети остались в восторге от того, что благодаря новому домику на колесах они побывали в Диснейленде. Недавно Том и Кайл выставили свое детище на продажу за $12000, что не очень понравилось детям. Ведь благодаря ему они пережили массу положительных впечатлений от совместного путешествия, воспоминания от которого останутся в их памяти надолго. Это просто замечательно, что существуют люди, способные так умело воплотить свои фантазии в жизнь. Главное иметь большое желание и немного умения. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вам понравился этот дом на колесах.